Лучший способ проверить дефицит магния. 9 пунктов. Первое. Если у вас часто немеют конечности, это дефицит магния. Если у вас дергается глаз, века, либо другая мышца на ноге, либо на руке, это тоже симптом магния. Если повышается давление, нарушается ритм сердца, и такое ощущение, что сердце будто ударяет в грудную клетку, это тахикардия, аритмия, и это тоже симптом дефицита. Если у вас ощущение изжоги или какого-то комка в горле, особенно в горизонтальном положении, это тоже дефицит. Если вас очень сильно тянет на шоколад, не просто на сладкое, а именно на шоколад, такие продукты, то это тоже дефицит магния. Если у вас болят колени, но вам всего 20-30 лет, то есть у вас нет артроза, то это болят мышцы, потому что они спазмированы как раз при дефиците магния. Если у вас поверхностный сон, либо бессонница, проснулись ночью и не можете долго уснуть, это первый симптом дефицита магния. Если у вас повышенная тревожность, без причины, раздражительность от другой любой мелочи, то это тоже симптом дефицита магния. Если у вас сводит шею, допустим, продуло, и вы говорите, что это остеохондроз, то это тоже дефицит магния, потому что от холода мышцы сводит. Она спазмируется и дает такую боль. Очень важно пить правильный магний. А вы знали, что 90% аптечного магния – это пустышка? Однако люди продолжают его покупать, а потом удивляются, почему же он не действует. Дело в том, что магний имеет разную форму обработки, а они, в свою очередь, влияют на разную биодоступность. Говоря простым языком, одни усваиваются хорошо, другие плохо. Какие формы магния не стоит покупать? Запоминай. Оксид магния, гидроксид магния, сульфат магния, карбонат магния, магния-хлорид. А покупаем мы цитрат магния, малат магния, глицинат магния, туарат магния, трионат магния, хилат магния, лактат магния. А кто ворует ваш магний? Это сахар. Сахар в нашем организме поступает как грабитель. Ему нужно 56 молекул магния, чтобы он был усвоился. Откуда он возьмет наш организм этот магний? Из ваших мышц, мозга, костей, сердца, сосудов, и функции этих органов тут же нарушатся. Наша эпидемия – это повышение артериального давления и гипертония. Около 100% этой эпидемии вызвано потреблением сахара и дефицитом магния. Потому что нашим сосудам, чтобы сократиться, нужен кальций, а чтобы расслабиться, нужен магний. Кальция у человека достаточно, сосуды хорошо сокращаются, а вот магний весь связан с сахаром, потому что человек наелся сахара, нету магния, и сосуды не могут расслабиться.